Приветствую вас на канале компании Медлига, федерального поставщика медицинского оборудования. На канале мы разговариваем о медицинском оборудовании, проводим мастер-классы и разбираем важные вопросы работы медицинских специалистов. Меня зовут Константин Князев, и на этот раз в нашей студии ультразвуковой прибор Samsung HS40. Samsung HS40 является стационарным ультразвуковым прибором высокого класса. Он предназначен для широкого списка исследований, начиная от поверхностных органов и заканчивая сосудистыми исследованиями. То есть направленность прибора – это общая практика. Для протоколирования ультразвукового исследования в прибор заложена программа EasyExam, которая подсказывает, какой по порядку сделать снимок и включает необходимые режимы и аннотации. Корпус выполнен в стильном белом цвете. Особенностью панели управления является минимализм. Большинство кнопок, клавиатура ввода текста и даже TGC-ползунки вынесены на сенсорный экран. Механической выдвижной клавиатуры у прибора нет совсем. Клавиши приборной панели выполнены из качественного пластика и хорошо подогнаны. Имеются 4 программируемые клавиши. Предусмотрена подсветка клавиш для работы в темном помещении. USB-разъемы закрыты специальной резиновой заглушкой для защиты от капель воды или геля. Модель HS40 оснащена LED-монитором с диодной подсветкой и диагональю 21,5 дюйма. Его легко регулировать под положение доктора. Для датчиков предусмотрены 4 активных порта, поэтому менять их вручную не приходится. Сами датчики достаточно легкие, их форма имеет выраженные изгибы, чтобы удобно лежать в руке. Корпус линейного датчика снабжен ребристыми элементами для лучшей фиксации. Предлагаю посмотреть их работу на пациенте. В плане изображения лучшие результаты показывают линейные датчики. Они выдают высокий уровень визуализации. Для удобства доктора реализована функция Quick Scan – автоматическая настройка изображения. Структура щитовидной железы хорошо просматривается. Цветопотоковая визуализация паренхимы также справилась замечательно. В случае длинной щитовидной железы предусмотрен режим трапеции, также его называют псевдоконвексом. За счет расширения поля обзора можно захватить больше ткани органа. Если орган очень большой, то на помощь приходит опция «Панорамик» – панорамное сканирование путем движения датчика по коже вдоль одной линии. Визуализация молочной железы не уступает щитовидной, с поверхностными органами проблем у Samsung HS40 не возникает. Для оценки образования щитовидной, молочной и предстательной железы предусмотрена компрессионная эластография – опция «Эластоскан». С периферическими сосудами в B-режиме Samsung HS40 справляется легко. Просвет артерии однородный, комплекс интимомедия четкий и ровный. Функция автоматического анализа комплекса интимомедия работает на системах Samsung нестандартной зоной опросов 10 мм, а старается захватить всю артерию на протяжении. Цветная доплерография полностью прокрашивает как поверхностно-лежащие сонные артерии, так и более глубокие позвоночные артерии. Спектральный доплер на сонных и позвоночных артериях справляется прекрасно. Есть возможность автоматической трассировки спектрограммы в реальном времени. Конвексный датчик не уступает по качеству картинки линейному. На экране пример визуализации органов брюшной полости и мочевыделительной системы. Поджелудочная железа визуализирована без проблем, видна селезеночная вена и панкреатический проток. Печень и воротная вена показывают четкую дифференцировку структур и приятную глазу картинку. Чувствительность доплеровских режимов на конвексном датчике приятно удивляет. Прокрашивание сосудов в воротах печени на высоком уровне. Просвет желчного пузыря и его стенки имеют довольно ровные и контрастные контуры. Оценка стенки пузыря – это важный момент при диагностике холециститов и гепатитов. Визуализация почки как в сероскальном изображении, так и в цветопотоковой визуализации впечатляет. Граница паренхимы и синусы почки определяются без труда. Высокий уровень детализации. Прокрашивание даже самых мелких сосудов в почечной паренхиме.
С исследованием органов малого таза полостными датчиками прибор справляется уверенно. Граница эндометрия и миометрия хорошо прослеживается. Сосудистый рисунок стенки матки оборудование воспроизводит прекрасно. Яичник визуализирован без особых проблем. Фолликулы дифференцируются четко. Сосудистый пучок свободно прокрашивается в цветовом доплере. В системе Samsung HS40 реализованы автоматические системы анализа фолликулов и плода, однако они доступны только при использовании объемных датчиков. Работа с фазированным датчиком в плане эхокардиографии на высоком уровне, однако ощущается зависимость от качества эхоокна. Большинство стандартных эхокардиографических расчетов уже заложено заводом-производителем. Прокрашивание клапанных потоков на высоком уровне. В кардиопакете предусмотрена опция тканевой доплерографии TDI для оценки диастолической функции миокарда. Спектр легко читаем, расстановка калиперов без проблем. Также доступны классический М-режим, анатомический М-режим и цветной М-режим. Транскраниальное исследование дается модели HS40 с трудом. Это ее слабая сторона. Средняя мозговая артерия визуализирована, ее спектрограмма регистрируется на фоне шума. Кому подойдет ультразвуковой прибор Samsung HS40? Лучше всего он подойдет для общей практики с визуализацией поверхностных органов, органов брюшной полости и мочевыделительной системы, гинекологических и акушерских исследований, скелетно-мышечных методик. Также прибор хорошо справляется с ангиологией, за исключением транскраниальных исследований. Проведение эхокардиографических исследований возможно на среднем клиническом уровне и уровне скрининга. Спасибо, что досмотрели наш обзор до конца. Если у вас остались вопросы по оборудованию, напишите или позвоните нам. Контакты вы найдете в описании к ролику. Не забудьте оценить это видео, поставить лайк и подписаться на канал компании Медлига. Удачи в работе, коллеги!